Монеты FIFA Ultimate Team, а также учетные записи Xbox и PlayStation с монетами вы можете приобрести у Димы Кривенко. Качественное обслуживание, доступные цены и быстрая доставка. Ссылка в описании. Всем привет, чуваки, с вами PandaFX, и сегодня у нас на канале будет русская рулетка. Ой, я даже не вспомню, когда последний выпуск был, хотел сказать про последний выпуск. Это было очень-очень давно, и спустя вот такое большое время я возвращаю эту рубрику на канал. У нас доступные паки по 35 тысяч монет. К слову, я выловил уже всю команду недели, кроме вот этого вот квикового бомжа и Левандовски. Итак, первый пак я, пожалуй, открою, буду на него смотреть. Поехали. Первый пак за 35 тысяч монет, который преподнесет мне... Преподнесет, господи, что за говно. Лучше бы я первый пак квикселнул. Итак, друзья, второй пак мы квикселим. Квикселим, все, я развернулся, я не смотрю. Я не смотрю, и, наверное, пак открылся. Пак открылся. Сейчас промотаю до конца. Проматываю обратно. И, собственно, квикселим. В третьем паке у нас выпало... Господи, что за... Что это такое, блядь? 70 рейтинг. Вы чё, чуваки? Паки по 35 тысяч монет. А, хотя... Паки по 35 тысяч монет всегда были такими отсосными, поэтому... Нечему тут удивляться, поэтому этот пак, в принципе, тоже могли квикселить, вообще не парясь. Следующий пак мы квикселим. Так, все, пак открывается. Пак открывается. Так, вроде открылся. Все, до конца проматываю. И еще обратно мотаю. Точка А до точки Б и квикселим. Давайте, этот пак мы теперь смотрим. Пак за 35, пожалуйста, дай мне, ну, старич. Ну, старич, типа, хорошо, наверное. Сколько он сейчас стоит? Сколько он сейчас стоит? А сейчас... О, да. Шикарно просто. 9 тысяч стоит старидж. Когда-то он стоил, я помню, по 30 тысяч. И, собственно, этот пак тоже мы квикселим. Беспощадно. Так. Пакет вроде открылся. Я листаю игроков. До конца. И прощаемся. Ну, давайте, паки по 35 тысяч монет. Неужели я ничего хорошего за сегодня не получу? Ну, пожалуйста. Ну, Хунталар же, блядь. Хунталар, Черлук, Хэддлстон. Да. Следующий пак мы квикселим. Все как обычно, ничего нового. Так, ну я мотаю. И квикселю. EA Sports, дайте, пожалуйста, мне что-нибудь хорошее в паке за 35. Да ёб твою мать, а что за говно? Я не понимаю, чуваки. Отвратительные какие-то паки у нас. Какой-то веселый бородач мне падает. Итак, на этом аккаунте последний пак, который мы квикселим. И переходим уже на третий аккаунт. Все, я отвернулся. Я ничего не вижу. Я мотаю в бок. Так, вроде как отмотал до конца. Отматываю обратно. И, собственно, квикселим. Итак, поехали. Следующие 5 паков. Первый пак и 87. Ну, хотя бы, блядь, лам. Серьезно, я уже ламу готов радоваться, который стоит... Стоит практически нихерашеньки. Господи, 15 тысяч. О, до чего докатился Филипп Лам. Он стоил раньше 50-60 тысяч. Сейчас стоит 13. О, господи, как все плохо в FIFA. Как все ужасно. Итак, следующий пак, который мы квикселим. Он вроде как открылся. Вроде как открылся. Я все промотал до конца и... Собственно, попрощался. Давай, пожалуйста. 8, да что такое-то, нет. Мартинезу я радоваться не буду. 85 мне показался рейтинг вполне интересным, но нет. Падает мне снова игрок из Баварии, к слову. Мартинез плюс КК. Может, в дубликатах? Нет, в дубликатах у нас тут Самбо и Квиксел. Понятно. Снова Квиксел. Надеюсь, в паке падает говно. Так. Пак вроде должен был открыться. Я промотал все до конца и квикселнул. Все, последний пак, пожалуйста. Сука. Ну я не знаю, чуваки, как-то так. По крайней мере, те паки, которые я видел, в них ничего хорошего нам не упало. Поэтому давайте же сейчас перейдем на Xbox и там откроем паки по 35 тысяч монет. Я их квиксать не буду, сразу предупреждаю, на Xbox я на такое не способен, ибо там падают легенды и монеты стоят в разы дороже, чем на PlayStation. Итак, чуваки, у нас доступна новая легенда на Xbox, Бреме, но это же Electronic Arts, они не могут делать все
нормальным путем, они могут делать все только через жопу. Тут написано, что это Франц Бекенбауэр. Пиздец, я не понимаю, как настолько халатно можно относиться к своей работе, блять. Вы представляете новую легенду? Это просто пиздец, ну как можно ошибиться? Я не понимаю. Также они с Фаулером ошиблись. Поехали, я очень-очень надеюсь на то, что мне тут повезет. Надеюсь, да, Манджукич. Классно, супер просто. Итак, чуваки, легенда возвращается на наш канал. Давай, белый кошак, затащи. Я верю в тебя. Ты недавно мне принесла этого чувака неплохого. А вот сейчас ты мне... Ну, в принципе, рейтинг 86. Как бы она намекает на то, что она может. Она может что-то преподнести. И даже клип записан. Ура! Итак, попытка номер 2. Открыть белым кошаком пакет. Давай, кошак, затащи, пожалуйста. Ну дай мне что-нибудь хорошее. Легенду. Я согласен на легенду. Давай, пожалуйста, белый кошак. Что это за говно? Нет, белый кошак не в настроении, судя по всему. Судя по тому, что мне падает, у нее явно нет настроения. Тут есть бесплатный пак один и Алессандрини. Да, мне нравится Алессандрини, но он мне не нужен. Так, давай, кошак. Предпоследний пак за 35 тысяч монет. Пожалуйста, кошак. Ну ты меня троллишь, блядь. Ты мне даешь... Все, последний пак за 35 тысяч на Xbox. Пожалуйста. Дайте мне что-нибудь. О, господи. Итак, смотрим, что нам выпадало. Первый пак, который я квикселнул, и тут у нас выпал какой-то бомжара. Окей. Второй пак, который я квикселнул, Пирло. 84, но он вроде тоже ничего не стоит, поэтому, в принципе, не жалко. Третий пак, Иванович. В третьем паке тоже ничего не было. Итак, четвертый пак, 80, ну, Модрич, блин. Ну, не знаю, рейтинг большой, 87, но если бы это был Бейл, вот это было бы грустно. А Модрич вроде сейчас тоже мало что стоит. 83, Джеко. Ну, Джека точно ничего не стоит. Следующий пак, Коста, 80, ну, тут вообще даже никого в основных игроках не было, все дубликаты. Смотрим, 85, Тони Кросс, короче, мы квикселнули двух игроков с большим рейтингом, и оба они из Реал Мадрида, Тони Кросс и Лука Модрич, но они, к счастью, оба ничего не стоят. В общем-то, такая вот русская рулетка у нас получилась, если вам понравилось, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк под этим видосом, и все у вас будет хорошо, всем пока. И да, чуваки, в конце хочу вас попросить подписаться на мой второй канал, там выходят ролики по FIFA, которые по тем или иным причинам не пошли на первый канал. Вчера я залил Let's Play по игре Forza Horizon Forsage, часть первая. Если вам понравится такого вида Let's Play, то я и дальше буду, собственно, грузить, так что не поленитесь, зайдите и оцените. Ну, собственно, все.